В народе говорят, если 17 апреля начинают петь сверчки, пришло время открывать дачный сезон. Впрочем, синоптики обещают нам не самую лучшую погоду для начала садово-огородных работ. Теплым, но дождливым ожидается 17 апреля в Сарове. Утром плюс 7, днем столбики термометров поднимутся до плюс 17, ночью 10 градусов тепла. Ветер юго-западный до 1,5 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром плюс 4. Днем еще сохранится ясная погода и плюс 17, но уже к вечеру небо затянет облаками и пойдет дождь. Ночью до 7 градусов тепла. Ветер юго-восточный до 2 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В столице небольшой дождь. Утром плюс 9, днем до плюс 15. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 10. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.